По определению, терроризм – это идеология насилия и практика влияния на общественное сознание, связанная с силовым воздействием, устрашением населения. В Одинцовском ПАТП антитеррористическим учениям уделяют большое внимание. Такие мероприятия необходимы для профилактики работы всех сотрудников предприятия. Каждый раз легенды меняются. На этот раз она такова. В парк приезжает автобус с подозрительным предметом. По словам заместителя директора по безопасности, каждый должен знать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому учения проводятся достаточно часто. В этом году это мы первое такое мероприятие проводим. И оно не совсем обычное, поскольку так не должно быть. То есть водитель, у него в его обязанностях должностных и по противодействию терроризму записано, что перед возвращением в парк он должен осматривать салон на наличие подозрительных предметов. Ну, человеческий фактор. Теперь сообщать о подозрительных предметах и об угрозе жизни людей стало намного проще. Вся информация передается через телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. После поступления звонка о возможно заложенной бомбе экстренные службы, кинологи, Следственный комитет и пожарные прибыли на территорию парка уже через 3 минуты. Поведение собаки подтвердило, что тревога оказалась ложной. Вы знаете, в этой жизни мне просто повезло, кроме перчаток ничто не оставляли. По словам сотрудников автобусного парка, все подозрительные предметы, которые когда-либо находились в автобусах, обычно были забытыми вещами пассажиров. Тренировка показала хорошую готовность как экстренных служб, так и отработанные действия в подобных случаях сотрудников Одинцовского ПАТП. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».